Беруша пришла к стоматологу на проверку. Да? Иди, Беруша, вызывай лифт. Давай, нажимай. Да. И пошли. Проходи. Нет, вот этот. Умница. Поехали. Надеюсь, с зубами у нас все хорошо. Хорошо ли Вера чистит зубы? А? Веруш, ты как думаешь? Хорошо ты чистишь? Да. Проверит сейчас доктор. А тут столько зубов, и все зубастые. Смотрите, тигр. А тут еще и корова. Все зубастые, у всех хорошие зубы. Все хорошо чистят. Сейчас посмотрим, что у нас тут для Веруши приготовлено. Да, Веруша, сейчас укольчик сделаю? Нет? А ты будешь хорошо зубы чистить? Точно? Веруша уже сама сидит на кресле, без мамы, не боится, да? Ждем доктора. Ку-ку. Ты боишься? Боишься? Не боишься? Трусишка, зайка серенький, а? Ребят, скажите, а вы хорошо зубки по вечерам чистите? Утром тоже не забываете? Вера, например, вот вчера забыла почистить. Не захотела. Ты что прыгаешь-то, а? Пока ждем доктора, сходим с ума. Залезай давай, а то сделают большой укол. Да, чтобы ты слушалась маму. А не только зубы хорошо чистят. Да. Сейчас Вера будет тигру чистить зубы. На большую щетку. Хорошо чисти. Чтобы зубки были здоровыми, не болели. Все, что ли? Так быстро? Нет, давай еще. Хорошенько. Ты уже, Веруш, стул чистишь, а не зубы. Так, кладем на место, да? Нет. Ну, надо положить уже. Доктор сейчас придет. Так как у Веруши зубки хорошие, сказали. Пойдем, Веруш, нам дали чип, чтобы мы получили шарик. Да. Пойдем шарик получить. Сюда, Веруша. Вера хорошо себя вела. Да, вставляй чип. Где чип? Давай. Нет, сюда. Подожди, давай вставлять. Сейчас, подожди. Сейчас какой нам попадется. Вот, уже. Тут как тут. Не тут? Сейчас откроем, посмотрим. Нам что-то такое попалось, Веруша говорит, не то. Так, ну все, пошли делать термин на следующий раз. Пойдем возьмем тебе тот шарик, который надо, хорошо? Все, ребятки, пока.